Давайте рассмотрим. Вот такая двухкомнатная квартира. Это у нас получается комната, кухня с балконом. Вот уже коммуникации проложены. Все почти готово. Дом получается блочно-монолитный. Такой вот балкон. Здесь будет стоять дверь и окно, но в принципе их можно и не ставить. Оставить в таком виде. Просто это все дело закрыть. Там получается у нас речка, там вот еще второй комплекс у нас строится уже. Так, пройдем дальше. Здесь у нас получается комната жилая. Обратите внимание, что здесь очень качественная отделка. Не такая, как везде, просто там, где еще штукатурить, все сделать нужно. Здесь даже уже финишкой прошлись, остается только выбрать обои и поклеить их. Санузел получается раздельный. Вот это у нас ванна. Это у нас туалет. Вот. И одна комната у нас идет на другую сторону. Вот здесь у нас получается вид на дорогу. Территория здесь будет облагорожена, будет стоять детская площадка, будут стоять спортивные снаряды. Вот, на этаже получается 4 квартиры. Нет, сначала, просто там же потом.